Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, с вами Алексей Смирнов. Да, всем привет. Вот так, чем быстрее, тем лучше. Стартанули. Так, жизнь эти не... Ух ты, там что там такое? Там пинки. Тут дырка. Фу, пинки, это там чертик. Я думал, может просто криво поставили блок эти разработчики. Не. Что он должен до низу доходить, не? Не-не. Ну ладно. В общем-то, мы находимся... По-прежнему находимся в городских пейзажах, наверное. Нет... Ну как, на город тоже не так сильно похоже, хотя тоже такие конструкции типично человеческие. Прям средневековье какое-то тут с этими своими крепостью. Наверное, просто полигонов не хватило на здание. Да, вполне возможно. Снова нам придется искать ключи, снова нам придется убивать разных толстяков, но это нормально. Как, в общем-то, это когда-то и было, блин. А, зараза! А, я еще того не убил. Тихо. Скелетон. На самом деле, ух ты, успел таки попасть. Самонаводящиеся ракеты, их не настолько и полезные, потому что, по сути-то, у них скорость очень маленькая, от них легко увернуться. То есть, несмотря на то, что они самонаводящиеся. Так. Ну, короче, у нас снова есть возможность побежать по разным местам, да? Да. Окей. А тут, по-моему, дядя Арчи сейчас был, да? Да. Ух ты, интересно. Патронов много, это уже радует. Так, я прыжками не собираюсь. Уже... Да ё-моё, ну как так получилось? У вас, слышишь, Дед Мороз was perforated. Перфорирован. Нет, чуток ошибся, не в этой комнате. А. Короче, я иду... А, ну я, в принципе, туда и шел, по-моему, да. Ну да. Да как, откуда... Слушай, тут нельзя, короче, останавливаться, потому что только хуже будет. Вот реально, надо бежать, бежать и да бежать. Ладно. Не, ну серьезно, я останавливаюсь, пытаюсь осмотреться, и в этот момент меня кто-то стреляет. Если бы я не останавливался, то по мне бы не стреляли, соответственно. Ты вот. Посекторно, в виде прицельный огонь. Хорошо. Как скажешь. Да здесь наверняка будут кнопочки, которые надо нажать, нет? Ну, вроде бы пока не будет. Ну просто вот это похоже на лифт. Нет, это похоже на факел. Просто и все. Вот, видишь, сволочь какая, вы позорная тварь. Ну тут просто этих чайников куча. Подтишка. Все. Парам. Просто из-под тишка. Подлинненько так. Ну вот этот уровень, кстати, хорош, наверное, для дэтматчей будет. Да, да. То, что все везде простреливается. А дезматчи обязательно будут. Я все. Что все? Ты ключ взял? Красный, так пожалуй, он разве здесь был? Он там был. Окей, сколько здесь всего? Вот здесь такие прям перестрелки. В стиле, знаешь, новомодных шутеров. Так, ну мы сюда рано зашли. А чё не могу открыть? Потому что открывается рубильником, и рубильник находится в начале уровня. Понятно. Так, кстати, можно спрыгнуть и проверить, что там будет. Потому что по воде тут можно тоже бегать. Да я бегал уже, и меня убили. Поэтому у меня теперь психологическая травма. Теперь ты боишься воды? Я теперь боюсь воды. Так, рубильник в начале уровня, говорит. Опять кто-то стреляет, или это ты был? Это я. Рубильник в начале уровня. Ну там красная дверка. Рубильник в начале... А, да, да, там дверка есть. Окей. Окей. Там Арчи. Ай-яй-яй-яй. Короче. О, слышишь, он меня подкидывает. Слушай, реально монстряка просто, блин. Вот реально, эти враги для меня пока что сюрприз, фактически. Потому что по-прежнему я очень мало о них знаю. Так как никогда, по сути, не сталкивался. Короче, мне сейчас придется начинать с самого начала уровня, если... Вот, может... Да. О, это хорошо. Почему? Ну, я себя спас, фактически. Хотя и по мне кто-то продолжает палить, но... Отойди. Так а где ты? Ты внутри? Нет, ты не внутри. Нет. Я башню проверяю, пулеметная.
пулеметной башни. Вот это реально уже, ну знаешь, хоть и правда, текстурки, вот эти вот модельки все убогенькие, примитивненькие такие, да? Но чувствуется, что раньше там, знаешь, действительно это могло быть базой Деймоса или Фобоса. А вот это вот именно что-то человеческими руками создано. Нет такого ощущения? Слышь, кто-то бегает этот механический. Паучок. Не-не-не-не-не, открылся. Сволочь. Нет. Ну и ладушки. Так, где-то шарик. Ты, наверное, там как раз, где паук. Я там, где шарик. Шарик берешь? Да. Так, ну, в общем-то, все, что ли? Что я здесь мог сделать? Тихо. Куда дальше? Идем. Ну, так, теперь идти дверь. Надо опять обратно туда. Ну, к синей двери, наверное. Или мы еще не все сделали? А ты синий ключ взял? Да. Идти надо теперь, откуда мы уходили. Где красные барьеры были. То, что ты их опустил. В вот самом той. Начале уровня? Снова. В каком начале? Нет. Ну, вот тут я их опускал. В другую концовку. Стоп. Как я их здесь опускал, да? Нам здесь сюда надо. Не сюда? Вот сюда, и теперь нам надо подняться по лестнице. Ну, спрыгнуть, чтоб. Зачем? Ну, спрыгивать не надо. Направо спрыгнуть. Так, ладно. Ну, это все. Вообще-то я и имел в виду эту синюю дверь. Ну, значит, я не так понял. Да. Так, теперь, тихо. А мне открыть? А нет? Я вообще не туда побежал, походу. Блин, слушай. Я не... Короче, сейчас, погоди. То ли я запутался, то ли... Вот эта штука же должна опускаться. Ну, она опускается, все в порядке. Я иду к тебе, короче. Я иду к тебе, моя прелесть. Давай. Эту фразу уже кто-то говорил до тебя когда-то. Так, надо было, не останавливаясь, идти вперед. Все, выход. Уже? Да. Коротенько. Ну да, походу мы ничего не пропустили. Да нет, мы пропустили. А, кстати, мы всех убили, прикинь. Ну теперь посмотрим, что нам даст мист. 7%. Ну конечно. Зато все предметы, все секреты. Не, посмотри прикол. Слушай, это глюк? Чего? Во-первых, мы с тобой вдвоем не могли собрать 100%. А видишь, секретов 0, поэтому 100% дали. А, логично. Но по киллам, ну, писалось только что на карте, что максимум 85 на карте их. Ну, ладно, такое дело. Такое ощущение, что он считает, знаешь, как тебе сказать. Хотя нет, мы тоже вроде в том этапе. Может, в общее количество считает? Вероятно. Не, ну так в общее количество чего? Ну, вот чего, либо от прохождения от игры мы 7% средних пропустили. Не знаю, может и так. Может, это общая статистика ведется, а не конкретно за уровень. Сохраняться будешь? Да, конечно, сейчас подожди. Давай. Так, это у нас 15-й, и вот тут надо действовать крайне осторожно, потому что тут выход на секретный уровень, секретный уровень особенный. Так, кстати, также этого уровня на PlayStation нету. Ну здорово. Вот этого или секретного? И секретного, и вот этого не было. А он называется индустриальная зона, нам снова предстоит что-то городское. Да. А он такой же, как и 13-й. Я его так же плохо помню. О, с Кибером как раз придача. А я не помню, есть ли тут... А, вон тут. Я помню скриншоты, короче, какого-то мода Дума. Твою мать! Тихо. Вот, и там вообще чисто такая городская была дорога, знаешь, с разделительной полосой. Там был... А есть гоночки даже. Чайник. На гоночки? На движке Дума. Обалдеть. Кстати, я только что, кажется, видел. Ты понял кого? Чего имя нельзя называть? Иначе в тебя прилетит ракета. Кстати, я вижу секретный финиш, походу. Он нет, он будет спрятан. Ну а что это тогда за серый портал? Глянь, пожалуйста. Тихо. Сейчас.
Это, по-моему, просто телепердируешься в это. Телепердируешься. Отлично сказал. Просто в здание телепердируешься и все. У меня, кстати, синяя броня есть, надо тебе? Да. Правда, тут это кибер пришел за ней, наверное. Знаешь, мне сейчас очень чего не хватает, короче, так это снайперской винтовки. Так, чем же мне его убивать-то? Кстати, пока мы не убьем кибера, я не советую тебе в порт в этот лезть вообще. А что там будет? Шо. А тебя будут обстреливать кибер. Это твои ракеты летят? Мои. Ты прячешься там, думаешь? Оборзел что-то, да? Все. Не все. Слышишь? А походу, если попадаешь, короче, все патроны плазмогана, то это то же самое, как BFG читается по силе. Ну и патронов где-то столько, что потратится, сколько потратилось бы от выстрела BFG. Ну знаешь, я как-то, честно, и не пробовал, и как-то инфошку я не пробовал анализировать, какой там дамаг. Давно читал, я не могу поэтому тебе сказать, урон больше либо меньше. Мне почему-то кажется, что от BFG будет урон больше. Короче, выгоднее BFG в любом случае использовать. Да. Окей. Так, пока тяжело сказать, где я был, а где не был. Потому что места еще много, вот здесь какие-то ящики стоят. Тут был? Кажется, нет. Где ящики стоят, лифт ты имеешь в виду? Ну так как здесь летает красное существо, головатое, то можно сделать вывод, что тебя здесь не было. А я не помню, что там, честно. Или ты его простил, короче. Не, меня тут не было. Тут, по-моему... Красный ключ. Да, только красный ключ. Я пока не пойму, как его взять. Ну, как бы я могу прыгнуть, но я не хочу. Нет, это, подожди, это... Телепорт. Мне кажется, что нажать здесь надо. Факел, например. Так, ну что? Ты где? Ты где? И как ты, куда ты делся вообще? Я тут бегаю, сейчас я попытаюсь вспомнить, что надо вообще сделать. Вот это, наверное, опустить как-то, там берсерк взять и прячется. Так, это да, по идее она должна опуститься, а вот вопрос, где она должна опуститься только. Так, там красный ключ нужен, так. Как бы не та вот тот телепорт, который ты мне показывал. Да, придется возвращаться. Сейчас, подожди, я попробую. Я пока сюда нет, приду. Нет. Вот здесь или да, нет, или да, подожди минуту. Или нет. Сейчас просто... Ага. Вот, все, опустил. Да? Ты где там? Да я в другое место, сейчас вернусь. Так. Ты тоже тут где-то уже? Правда, что телепорт дает, я не помню. Да ничего ты не опустил. Куда ты? В телепорт смотри. А, ты сюда попал просто. Вон туда давай. А, ты эту штуку опустил, все. Так, я... Я на крыше. И здесь спуск. Есть смысл туда спускаться, интересно. Тогда, значит, получается, я что ли должен взять? А ты оттуда не можешь достать, если с разбегу? Ну вот, я пытаюсь. Ладно, я прыгаю вниз, короче. Надо было вообще туда наверх прыгнуть, конечно. Нет. Не получается? Не получается. Фу, блин. А, стой, подожди, вот в чем дело. Все, вспомнил. Мне глаз чуть-чуть не было. Надо было в один и тот же телепорт заходить два раза. Все. У меня, кстати, была идея, но почему-то я не захотел. Это ты там скинул с крыши кого-то? Не знаю. Это что-то... Нет. Там, короче, понял, сержант с ружьем скинул с крыши своего друга. Мертвого. Ну правильно, он от тела избавляется. За... Ну, захламляют, конечно. Так, все, в принципе, ты там все сделал, что нужно. Да. Тогда я пойду, блин, здесь. Не, здесь красная дверь. А, ты уже. Меня тут. Только ракетницу убери. Убрал. Вот видишь, ты помнишь. Гоу. Сейчас. Знаешь, как в пятом элементе? Четверо слева, пятеро справа. А этот чё спал? Кого-то второе ждал? Слева.
остальные справа. Так, я иду первый. Давай. Ты куда пошел? Ага, ты пошел направо, да? Да. Вот хрен его знает, куда идти, что делать, серьезно. Тут, в принципе, есть варианты, куда идти. И очень много вариантов. Нет, ну там вариантов... Очень много вариантов, на самом деле. Очень. Место 3-4, куда можно было бы пойти, я выбираю разные все время. Амуниции куча. А, это ты, господи, не пугай меня так. Так, брони у тебя достаточно? В принципе, да. Так, мне вот там ходить негде. Надо вот тут зачищать. Странный какой-то подъем, где ничего нету. Или может ты взял тут что-то уже? Не, там, по идее, секретка, но надо ее открыть. Тут что? Тут ты тоже был, да, походу? А, стоп, мы отсюда пришли вообще, точно. Так, где-то еще, наверное, ключ здесь надо было брать, нет? Тут просто куча лифтов, и они, походу, все равно ведут все в одно место. Судя по всему, ну да. Так, хорошо. В принципе, знаешь, что, наверное, просто теперь сверху надо прыгать. Есть у меня чувство такое. Здесь желтая дверь. Ты за БФГ не заходил, да? Нет. Ой, честно, даже не знаю, стоит ли заходить, потому что сейчас мне, да я чувствую, дадут по полной. Даже не знаю, стоит ли за аптечками спускаться, ладно. Ну мы с тобой решили зачищать все. Но мне на самом деле беда, я спрыгнул сверху, на другой край абсолютно, и здесь нету выхода, кроме как желтые двери. А желтый как раз ключ я взял, тут оказывается не только БФГ. Хорошо. Тогда, наверное, тебя жду, хотя здесь тоже какой-то секрет должен быть, но я не рискую за ним спускаться в лаву, потому что если секрет не сработает, тогда, пожалуй, мне придет конец. Или рискнуть все-таки, пока тебя не нету. Надо. Я ж, блин, угрюмый безумец. Ты забыл? О, там ты угрюмец вообще-то. Ну теперь я буду угрюмым безумцем. Короче, блин. Все, Лич. Я не могу решиться, Леш! Нет! Ты, а зачем ты прыгаешь? Блин, вот тут шарик у меня. Зеленый шарик. Придется мне все забирать. Забирай. А, стоп, стоп, нет. А. Ух ты. Я наткнулся на телепорт. И тут BFG, прикинь. Меня кинуло, короче, прямо в то место. Короче, тебя кинули, да, куда надо было. Где я уже был. Так. У тебя что там с броней? Да нормально. Короче, я снова прыгаю к желтой двери. Да? Наверное. Ну давай. Лучше с угла, чтоб наверняка. Так, ага, все, ладно. Честно, я думал, что я умру. Посмотри, короче, по карте, там справа какой-то проход. Видишь, там где лава, короче, и вправо какой-то коридорчик отходит. Видишь? Справа на карте. Ща, минуту. Нет, по-моему, там ничего нет, а. А что за коридорчик? Вот самое главное, вон туда мне надо попасть. О, кстати, я сейчас с другой стороны очутился. Зачем ты сюда поп... А, это выключатель. Да. Прикольно. Отлично. Слушай, я вообще с другой стороны. Так, и теперь надо бы, я что-то вот помню, надо... Ага, вот она как раз. Ты меня, короче, высводишь. Выводишь. Мне надо зачистить. Тебе придется пока подождать. Ну давай, я пока тебя включил. Нету тут ничего. Ну окей. Угу. Меня тут сюда тоже кинуло, как и тебя. Ну так это же тот же самый телепорт. Так. Короче, все, я тебя жду. Или идем сюда, или еще сзади дверь есть. Все, я открыл. Окей. Идем сначала вот где желтая дверка. Ну там тоже желтая дверь. Оу, круто. А, тут выход же будет, точно. А секретный?
А секретный в том здании будет? Тут чисто поразвлечься. Ну давай разбираться. Так. Слушай, меня свой. Падла. Почти не убило это развлечение меня сейчас. Вот реально, чейн-каннеры, когда особенно ты не видишь, откуда они в тебя стреляют, это очень опасно. Посмотри, он прямо на фонаре. Видел? Кто? Как и демон, короче, упал тут забавно. Ага. Оу, а это... птички. Нечестная немножко стрельба, но у вас больше? Нет. Почему нечестно? Честно. Но они-то не могут до нас застать. Сзади смотри. Есть кто? Нет. Теперь уже нету, да? Слышь, он еще стоял так, притаившись, короче. Слушай, им вообще одного оружейного снаряда хватает, если нормально попасть. Он там сверху. Видел его, нет? Так, у тебя что там со здоровьем, берсерк? Да хреново очень сильно. Бери, короче, берсерк. Мне 127, мне не надо даже его брать. Слушай, не надо. Болеть руками как-то стрёмно теперь во второй части стало. Да, тут не те монстры, да? Да. Ружьё реально самое полезное оружие в так, игре, так, что давай. Там? А, синюка. А синего нету, синий значит, что получается в той комнате. Самое, ну, принципе, полезное оружие. В принципе, нам больше сюда возвращаться нет смысла. Ну там, правда, есть монстры, но... Ну, подожди, ради... синий ключ. Нужен же. Ну, да, а синий ключ, по-моему... Там выход, а мы секретный выход здесь. Смысл возвращаться. А мы никогда ничего там не пропустим интересного. Блин. Кстати, сжечься будет. Кто? Так. Все, я жив-здоров, короче. Сейчас, подожди. Слышь, а что там? В глубине туннеля. Мне туда страшно. Ты туда побежал, да? Да. Тут карта и барон. Ой, и рыцарь. И тем не менее, зачитал этот секрет? Нет. Так, и теперь нам, наверное, стоит выходить. Как ты думаешь, выходить? Ну, а мы все сделали, что нужно. Ну, уровень, я не знаю, стоит ли... Там, может быть, если только шушарик где-нибудь будет. Ладно, побегаем тогда. Сейчас кнопку нажму. По идее, у тебя должна лестница появиться, либо что-то в этом роде. Вот, все, да, наверх. Ага. Слышишь? Да. Я сейчас играю, и как-то мне кажется, даже реакция, что ли, лучше стала. Оу, там внизу, короче, плоский... человек. Спрыгивать не хочешь? Нет. Хочу. Тогда я. Плоский сатир. Так, слушай, знаешь, за шариком не хочешь сбегать? Куда ты хочешь? Наверх надо подниматься? Ты давай вниз, наоборот. Вниз и подходи. Ты помнишь, где я костюм брал? Нет, я не заметил, где ты брал костюм вообще. Короче, спускайся вниз, я выстрелю. Ты там где, видишь меня? Ну, да, на тебя смотрю. Вон туда беги. Ну, точнее, не беги, а с, вот рядом. Там, блин! Ты меня не шарила. Что говоришь? Жди, пока кнопку нажму. Что? Подожди, еще раз. Оно сейчас не будет жалить меня почему-то? Да, там опустится лифт, когда я нажму сейчас кнопку. Ты быстренько туда забежишь, тут проем. Опускай. Черт, быстренько! Там лифт 5 минут опускается. Все, и подниму, забирай там все вкусности. Отлично, спасибо. Ну, тут только патроны для плазмогана. О чем ты? Ты о чем? Шарика нету там? Нету ничего там. Блин, что-то я думал, что он есть. Там патроны для плазмогана и, короче, возможно совершить самоубийство. Думаю, может нажать что-то надо, да вроде нет. Так, у меня тут еще один секрет нарисован, но как я до него добраться, не знаю. Да, да, походу. Я тоже думал об этом. Короче. Пока, жестокий мир, как-то быстро все очень. Короче, я на улице. Подышу на улице? Свежим воздухом. Не надо на улицу.
Так, ладно, я тогда выхожу. Смысл тут что-нибудь еще искать, я думаю, не видно. Нет. Там есть секретный финиш, где он? Все, я выхожу в него. Ух ты, прикольно. Так, ну что, нормально. 17%, ты думаешь, так резко набежало с 7? Да нет, это просто какой-то глюк, не знаю. Ну я думаю, что время еще на один уровень у нас есть. По-моему, нет уже все. Думаю, что так мало проходим уровней и так долго? Да. Вот такие, друзья, индустриальные уровни. Ну что можно сказать? Вольфенштайн! Мы только недавно об этом говорили с Лешей. О, слушай, мы закончили. Нет. Вы нашли секретный уровень. И даже специально для... Слушай, прям чести сколько. Поздравляю, вы нашли секретный уровень. Похоже на то, что он был построен людьми. Скорее людьми, чем демонами. Ты, наверное, интересуешься, кто... Дальше ты интересуешься, это, какие можешь встретить, это, ну, мол, различные адские существа за углами. Какие, типа, могут быть адские существа за углами? Ну, нет, тут, блин, как это перевести даже? Что ты можешь встретить за углом ада? Там, как бы так вот. Ну что, друзья, интригует? В таком случае вы увидите ответ на этот вопрос в следующем эпизоде. А пока, благодарю вас за то, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Возвращайтесь. Всем до скорого, всем пока.